У нас в Академии, в кафедре эксплуатационной специальной техники, преподавал доктор технических наук, полковник Соснов Моисей Абрамович, фамилия изменена. А история его такова. В августе 41 года Моисей записался добровольцем в истребительный батальон и пошел защищать свой родной город Одессу. В ходе обороны города сравнительно небольшим силам обороняющихся удалось отразить удары значительно превосходящих сил противника. Но силы были неравны, и передовые части противника ворвались в Одессу. В ходе боя Моисей не покидал свои позиции и сражался до последнего патрона. Когда патроны закончились, в ход пошли гранаты. Случилось так, что рядом с Моисеем отбивались от врага несколько черноморцев. «А Руменштейны, огребая матросских подачек!» – услышал Моисей крик матроса, швырнувшего в наступающего противника гранату. Больше Моисей ничего не слышал. Когда он очнулся, над ним стоял румынский солдат. Так Моисей оказался в плену. Практически сразу же после захвата Одессы в городе начались уничтожения коммунистов, евреев, цыган и пленных красноармейцев. Но Моисею повезло, если можно так сказать. Подошел немецкий офицер и что-то скомандовал румынским солдатам, и те окружили оставшихся в живых пленников плотным кольцом. Потом всех построили в шеренгу. Подошли еще офицеры. Один шел вдоль строя и указывал пальцем то на одного, то на другого пленного. На кого указал офицер, вытаскивали из строя. Рядом с Моисеем стоял раненый красноармеец. И тут Моисей почувствовал, как этот красноармеец что-то сует ему в руку. Моисей взял и спрятал в рукаве гимнастерки. Проходящий мимо них немецкий офицер молча ткнул пальцем в сторону раненого, едва державшегося на ногах красноармейца, и два румынских солдата вытащили его из строя. На Моисея немецкий офицер почему-то не обратил внимания. Тех, кого вывели из строя, тут же расстреляли, остальных погнали колонной в город. Моисей знал этот город как свои 5 пальцев, а потому решился на, казалось бы, безумный поступок. Он выбрал момент и выбежал из колонны, бросился к развалинам. Вслед раздались автоматные очереди, пули щелкали по камням, выбивая кирпичную пыль. Но Моисею повезло, и в этот раз румыны даже не думали его догонять. Видимо, были уверены в том, что в захваченном городе грязный и оборванный красноармеец быстро попадется первому же патрулю. Ночью, по тропам, известный только одесситским пацанам, Моисей выбрался из города. Что было дальше? А дальше были одесские катакомбы и партизаны. Моисей Абрамович об этом периоде своей жизни рассказывает очень неохотно. В город его не посылали, он еврей. То, что в последний момент раненый красноармеец сунул в руку Моисею, оказалась его солдатская книжка. Вероятно, красноармеец понимал, что он уже не жилец, а рядом с ним стоит товарищ, немного похожий на еврея. Если немцы узнают, что он еврей, его тут же расстреляют, а документ может его спасти. Фамилия красноармейца была Соснов. О случившемся Моисей рассказал в партизанском отряде. Командир решил, что с этой фамилией как-то будет даже лучше. И с тех пор в отряде появился Сёма Соснов. Воевал партизан Соснов хорошо, был на хорошем счету. В начале апреля завязались бои за Одессу. Постепенно небольшими группами наши части входили в Одессу. Завязались уличные бои. Одновременно партизанские отряды ударили по врагу изнутри города. Только за одну ночь партизанами было уничтожено более 300 гитлеровцев. А когда основные силы Красной Армии вошли в город, их глазам предстала картина народного суда. Горожане совместно с партизанами самостоятельно переловили всех полицаев и предателей Родины и передали их народному суду. Приговор был один – за измену Родине высшая мера. Работники НКВД остались в неуделе. Моисей Абрамович был скуп на рассказы о войне. После освобождения города кто-то донес на него в НКВД, что он не тот, за кого себя выдает. Его арестовали. Дело закончилось благополучно. Здесь, безусловно, сыграли свою роль свидетельства его товарищей по партизанскому отряду. В НКВД разобрались, и Моисей Абрамович вышел на свободу. Он принял фамилию Соснов в знак памяти и уважения к человеческому подвигу простого русского паренька, рядового Соснова, который, стоя на краю вечности, подарил искорку надежды еврейскому пацану с Одессы.
По скриптум, одесситы, а вы не забыли, что Одесса – это единственный город, жители которого сами расправились с нацистами и их пособниками. Единственный! У меня на сегодня все, ребята. С вами был, как всегда, Дмитрий и канал «Чтобы помнили». Всем пока!